Я нашел новые закрытые подвалы с SCP-монстрами в Майнкрафт! Сегодня мы будем проходить у них испытания! Привет! Хочешь получить новый iPhone? Или мощный компьютер? Тогда поставь лайк под это видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и напиши в комментариях слово «хочу». Обязательно выполни все условия, чтобы завтра утром получить свой приз. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбак, и сегодня мы будем смотреть на новые закрытые подвалы в Майнкрафте. Смотрите, они, ребят, закрыты вот такими железными решетками. Здесь у нас SCP-монстры, это поезд, точнее не поезд, а автобус, пожиратель. Месть Колобка и паровозик Томас. Ой, какие у него глазища странные. Короче, друзья, сегодня мы посмотрим на SCP-шек и посмотрим, что за испытания они нам подготовили. Да, в конце каждого испытания мы будем получать крутой приз. Так что, ребят, досмотрите видео до самого конца, если вам интересно, что же для нас подготовили SCP-монстры. Ну что ж, а мы начинаем. И первым мы, наверное, пойдем-ка... Давайте пойдем вот сюда, к паровозику Томасу. Посмотрим, что там он интересного нам придумал. Погнали. Так, нам нужно сломать вот эту вот решеточку. Так, отлично, решетка сломана. Побежали, друзья. Так, ребята, это что это за здание такое желтое? Так, а где у нас, о, вот он, ребята, паровозик Томас. Какой-то ты странный друг. Ай, ай-яй-яй, не бей меня, отстань, отвали. Ребята, он что-то нападает на меня. Ну-ка, Томас, отстань. Отходи от меня быстро! Что за испытание такое? Так, ребят, здесь какой-то странный подвал. Мне, наверное, нужно будет спуститься в него. Давайте здесь все уберем, вот этот вот огонек. Так, так, ну-ка, иди-ка сюда. На тебе, паровозик Томас! Их здесь на самом-то деле много. А ты откуда взялся? Ты изнутри выбежал, что ли? Они, ребята, меня просто атаковали и ничем мне не дают сделать. Хорошо, хорошо. О, одного мы еще уничтожили. Так, нам нужно спускаться вниз. Идем внутрь, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой! Аккуратно, аккуратно, ребята. Теперь нам нужно спуститься внутрь и узнать, что же скрывается в их секретном подвале. Так, давайте продолжаем наш путь. На тебе, паровозик Томас. Их тут много. Тише, тише, тише. Аккуратно, аккуратно, ребята. Нужно быть очень осторожными. Проходим на шифте просто очень осторожно. Так, еще один. Ха, на тебе, получай. Так, я сейчас вот так прилягу. Оп. Вот это я... Ой, я не попадаю так. Так, во, я сижу и с пулеметом, видели? Давай, давай, паровозик Томас, проходи сюда. Чё, боишься? Да засал. А я вот это сяду и вот так вот... Да, мне бы еще по нему попадать. Так, на тебя, отлично, проходим дальше. Давайте, давайте, друзья, только очень тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, паровозик Томас на меня нападает. Еще один, ребят, еще один. У меня есть патроны заканчиваются. Давайте возьмем вот эту пушку, вот эту вот возьмем. Бластером вот сейчас вот так вот. Бау-бау-бау-бау. Ой, этот что-то меня заметил и начал на меня бежать. Отстань, отвали. Фух, тихо-тихо, будем осторожнее, ребята. Будем очень осторожны. У меня есть бензопила, но мне кажется, я и не буду пользоваться. Так, потому что вот эти пушки намного круче. Так, проходим дальше, и тут еще один паровозик Томас. Да сколько вас тут? Дайте мне уже... Мне придется все с самого начала проходить. Но благо я их уже там многих уничтожил, и мне просто пробежать вот здесь почти весь путь. Так, эта пушка, кстати, крутая, но она их не отталкивает, они успевают меня дубасить. Так, отлично, мы проходим дальше. Что у нас здесь? Идем, 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 еще один! Тихо, 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 отвали, отвали, отвали от меня. На тебе, на тебе, на тебе. А, отлично, уничтожили. Так, проходим дальше. Это последний, надеюсь, последний, ребят. Я очень надеюсь, что это последний. О, ребята, они тут что-то все задетонировали. Смотрите, тут очень много бомбочек. Я нашел алмазный сундук! Ничего себе! Вот это да! Так, так, так. Что это тут такое? Ого, ребята! Вы просто на это посмотрите. Боже мой, как много алмазов! Я даже их унести все с собой не возьму. Давайте я не смогу их забрать. Давайте они будут лежать здесь, но в конце видоса, если захотите, я их заберу и между вами разыграю, хорошо? Но для этого надо поставить лайк и подписаться на канал. Я могу эти алмазы отдать вам. Вот, мне как бы столько алмазов не надо. А, смотрите, как прикольно, кстати.
пинг бросать могу. Так, ладно, погнали, друзья, выбираемся отсюда, с первого подвала. У нас еще два впереди. Мне интересно, что там у нас вообще такого нового нам придумают из цепи монстрики. Так, давайте-ка выбираться с этого подвала. Так, вылезаем, открываются двери, погнали! Выбираюсь я с первого подвала, поднимаемся по ступенькам, и следующим на очереди у нас будет... Так, кому же пойти? Давайте пойдем вот сюда, вот к месть Колобка, вот этому Колобку злому. Это, ребята, Колобок, которого съела лиса в конце сказки. То есть он от бабушки ушел, от дедушки ушел, от всех убежал, но лиса его съела, и он потом разозлился и начал всем мстить. И сегодня мы пойдем узнаем, что же там у него такого интересного, что он нам придумал. Побежали, друзья. Так. Так, ребята, ого, какой Колобок, ё-моё, ну ты реально месть Колобка, ему помогает два сиреноголовых, смотрите, он призвал сиреноголовых в этот мир, чтобы они помогли ему со мной справиться. Это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой, тут какие-то дрова горят, что-то за местечко страшненькое какое-то, реально, мы вокруг всякие шипы, это супер защищенная база. Можно мне отсюда выбраться в обычный мир? Я не хочу здесь драться. То есть сегодня мне предстоит битва с вот этим боссом. Еще и двух его приспешников нужно уничтожить. Ладно, хорошо. Давайте начнем с них. Может быть, попробуем. На тебе, получай. Так, сейчас я им на вот такую вот гранатку закину. Получай. Сиреноголовый, ты что тут ко мне подошел? Так. Ну, тебе уничтожу. Нет, не надо, пожалуйста. Отстань от меня, пожалуйста, ребята, чё он ко мне пристал? Все, отлично, сиреноголового одного, мы справились, давайте нападаем на следующих. Мне нужно, наверное, поменять оружие, отлично, так, берем кислотную пушку, у меня вот эта вот вообще супер мощная пушечка. Так, на тебе, Колобок, получай. А, куда делся, все, мы его победили, отлично, остался только супер главный босс Колобок. Так, на тебе, получай. Что-то какой-то он на самом-то деле слабенький. Я думал, Колобок будет посильнее. Все, Колобка мы уничтожили. О, а вот и главный приз, друзья. Так, о, здесь тоже самый приз. Это огромнейшая куча алмазов. У меня уже два полных сундука алмазных, где куча стаков алмазов. Я не знаю, куда мне их столько девать. Наверное, хватит для каждого моего подписчика, чтобы ему можно было купить себе телефон, компьютер, все что угодно. Короче, просто ставьте лайки, подписывайтесь, я вот это все вам отдам. Все, ладно, погнали обратно. Выпрыгиваем обратно, поднимаемся, ребята, красная кнопка. Вот это вот у вас под видеороликом должна превратиться в серую. Я думаю, что вы понимаете, что это кнопка подписаться на канал. Обязательно подписывайтесь, потому что со вторым подвалом мы уже закончили. И остался последний закрытый подвал с автобусом-пожирателем. Ах, ребята, он однажды ехал-ехал и настолько быстро подлетел. Взлетел на кочке вверх, что теперь он парит по воздуху, летает и, наверное, кого-то кушает. Смотрите, какие у него зубы чистые. Вот, ну что ж, давайте мы отправимся к последнему монстрику. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Я спускаюсь в подвал. Побежали! Ой-ой-ой-ой-ой! Это автобус-пожиратель! А, у меня нет оружия! Автобус-пожиратель, ты меня не съешь? Нет! Я тебя не съем, но ты должен будешь выполнить мои испытания! Какие еще испытания? Можно я ничего не буду проходить? Вот это что ли? Вон он, сундук, который мне нужно получить, ребята! Жесть, это паркур, я не люблю паркур! Автобус-пожиратель, можно я не буду ничего делать? Нет, иначе я тебя съем! Понятно, я тебя понял, автобус. Хорошо, ладно, нам придется выполнить испытание. Так, ага, здесь поставлена паутина для того, чтобы я не сокращал путь. То есть, допустим, я сюда допрыгну. Вы видите, да, из какой из меня паркурист? Вы видите, да? Ладно, сейчас я попробую, ребят. Разгончик берем, оп! Оп, допрыгнул. Смотрите, для того, чтобы я не сокращал путь и не проходил вот сразу туда, я так понимаю, для этого поставили мне здесь паутину. Поэтому мне придется вот так вот по диагонали прыгать, пока я не дойду до того алмазного сундука, окей?
Стоп, а я смогу вот здесь встать и вот так вот потушиться, и все, и читы? Или мне надо обратно заново проходить паркур? Ладно, давайте пройдем паркур честно. Я сейчас прыгну сюда обратно в лаву и пройдем все по новой. Итак, сюда прыгаем. Так, сюда допрыгнули, отлично. Пока получается, пока очень хорошо получается. Так, да я на финишной при... Ребят, ай, я чуть-чуть задел. Я только чуть-чуть задел, я не упал в лаву. Ура, мы прошли! Я на алмазном сундуке, это значит, что я выполнил испытание. Кстати, с третьей попытки, у меня, наверное, 3 попытки было. Я даже не знаю, сколько было, но я прошел испытание и могу получить свой главный приз. Теперь у меня, кстати, инвентарь пустой, могу забрать алмазы. Ну ладно, давайте останутся здесь, если что, я сюда приду. Так, ну, в принципе, прикольно. Так, теперь мне, наверное, надо как-то вернуться обратно. Так. Я не знаю, как это сделать. А, отлично. Оп! Отлично. Хоп, я просто профессионал, друзья. Лайк с вас, просто лайк. Ну все, автобус-пожиратель, я прошел твои испытания, да? Да, так уж и быть. Ты его выполнил. Все, автобус-пожиратель, проваливай отсюда быстро. Все, он, ребята, испарился. Мы выполнили испытание. Ну что ж, возвращаемся обратно. Выбираемся с последнего подвала, друзья. Эти все алмазы, которые я нашел в этих подвалах, я могу отдать вам. Если вам нужны все эти суперпризы, я схожу обратно в подвал и заберу алмазы. Ну а вам надо просто поставить лайк и подписаться на канал. Все очень просто. Среди вас вам разыграете алмазы. С вами был Зомбак. Всем удачи. Пока-пока. Советую тебе посмотреть и другие мои видео. Для этого нажимай вот сюда. Не забудь подписаться, вот кругляшочек. Всего тебе наилучшего. Пока-пока.